До конца боя. Вот. И, по-моему, у вас, получается, опять проблемы были с руками перед боем с Вордом. То есть ему повезло, потому что вы опять вышли. Хотели одевать Клет Рейвс именно перчатки, но одели опять свои. Нет, не свои. Да, сейчас поясню, но, во-первых, мы отошли от темы книги на Борсово. Но это было в книге, я имею в виду. Ну да, был моментом. Боксировал я сейчас не в крашер перчатках, а крашер by Everlast. Ну, то есть Everlast там они сделаны, это Everlast перчатки, по сути. Только они поставили мой логотип, так как очень просились на рекламу. Вот, но экипировали там определенные моменты тренировочные. Ну и так, ну скажу так, что предложение поступило определенное, вот, и по этому предложению я боксировал в этих их перчатках, и они на самом деле, ну, достаточно близкие к Рейс, вот, и не те, как я боксировал с Челембой. Вот, руки, конечно, когда боксировал с Челембой, болели от боя с Паскалем, вот, но к Ворду я уже подвылечил, то есть сейчас проблем нет с руками.